Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, с вами студия StarLadder TV, начинаем мы следить за последней игрой аматорской серии 16 сезона. Я уже все числа просто вспомнил, пока то самое правильное число сказал. 16 сезон, в принципе, недавно только был 12-й, я помню, как там играли очень интересные знакомые люди, но тут уже 16-й, я просто растерялся, когда он назвал это число на самом деле. Именно так. У микрофона Владимир Дамбас-Берешов. Всем еще раз привет. Ну и давайте смотреть. А последняя игра. Слабоумие и отвага против команды под названием Novel. Будут или нашел. Я честно не знаю. Просто так Novel, наверное. Или нашел. Не знаю, как правильно, но вот я думаю, ребята меня там поправят в конце, когда предъявят мне претензию. Ты чё? Это же так вот читалось. А ты такой жук плохой. Ну, Best of 1, как всегда, ждет нас встреча. На данный момент я знаю, что команда Novel выиграла свою первую игру. Команда Слабыми Отвага тоже выиграла одну игру. И что касается тех вторых игр, которые мы не наблюдали, я, если честно, вот не знаю, чем же они закончились. А, знаю уже. Уже знаю. А, команда Novel тоже выиграла свою первую игру. Точнее, вторую игру. Ну и команда Слабыми Отвага тоже выиграла свою первую игру. Короче говоря, ситуация в группе такова, что две команды имеют одинаковое количество очков. А именно 6 очков, а то есть 2 выигранные игры. Понятное дело, 3 очка за каждую выигранную игру. Ну и две команды имеют 0 очков, 2 игры проиграны, все очень печально, кровь, кишки, мясо. Не, до этого еще не дошло. То есть, сейчас будет определяться, кто же займет первое место в группе, кто же займет второе место в группе. Ну, так или иначе, эти две команды 100% будут играть у нас в следующем раунде, в мейн-раунде. А две команды, а именно VPGN и команда TMX отправятся у нас в низший дивизион, где будет тоже продолжать свое сражение на аматорской серии. А, ладно, меньше слов, давайте перейдем уже к драфту, потому что драфт показывает нам очень интересные вещи. Инвокер, Пудж, Абадон и Шадоу Демон от игроков команды Слабыми Отвага. В бане имеются Рейки, Фейслес, Войд, Тэтчес и товарищ Бладсикер. Команда по названием Novel взяла себе Лайфстиллера, Миранну, Сэндкинга и Леона. На данный момент по банам минус Миппа, Тинкер, Террорблейд, Дроуренджер и Антимейдж. Что ж, последний бан в исполнении команды Слабыми Отвага. И они нам показывают ничего. И берут морфинга. Вот так вот. Не знаю, задумано это так или нет, но оно есть так. Пропустили бан, взять морфинга. Жестко. Будь жестким. Пикни Пуджа, пропусти бан. И покажи ту самую игру, на которую хотят смотреть многие-многие люди. Ну что ж, последний пик в исполнении игроков команды Novel. Да почему-то уверен, что это Novel. Если бы это был нашел, там был бы одна буква L, а не две. Ну ладно, такое отступление просто. 10 секунд остается. Думают ребята, чтобы взять и что парыш. Вот такой вот. Последний пик в исполнении команды Novel. Янск написал, мы отказываемся банить героев, это нечестно. Вот такие вот дела, господа.
Ну и, как всегда, остается у нас пауза. Вылетели 4 игрока команды Novel. Я думаю, сейчас быстренько присоединятся. Все же некоторые баги имеются у клиента Dota 2 на данный момент. Но, слава богу, их можно решить. Просто не каждый знает и хочет это сделать. По секрету скажу. Ну что же, друзья, давайте начнем мы, как всегда, с представления команд, а потом уже, может, и пауза отожмется, и будет все отлично. Начнем мы с команды слабыми Отвага. Янск будет играть у нас. Янск на Бадуне. Еже на Пудже. Рейбл на Инвокере. Экзодус на Шадоу Демоне. Ну и последний товарищ MSX будет отыгрывать у нас на Морфе. Что же касается команды Novel. Ару на Миране, Санстрайк уже залетает от Инвокера, Блауэр на Сэндкинге, Аутимэджик на Лайфстиллере, Леокантренье играет у нас на Иштапарышине. То, что вызывало у меня даже на первой игре некоторые сложности. Ну и просто Гландин Е2 или просто Гландине играет у нас на Леоне. Такие вот дела. Еще раз напомню, что это аматорская серия 16 сезона. Сегодня первый день, сегодня первые матчи, сегодня первые интересные сражения. Если не ошибаюсь, закончилась там уже трансляция на StarLadder 3. Или нет? Да, закончилась уже. Тоже были интересные матчи, но... Либо тоже понаблюдать. 2 числа мы тоже всех охотно ждем на трансляциях, потому что 2 числа у нас 2 раунд будет. Совпадение, не думаю. 2 числа 2 раунд. Но вот именно так оно и будет. Так что заходите, смотрите, следите за анонсами в нашем паблике vk.com/sltvtour. И будьте в курсе всех событий, которые идут в плане трансляции, которые идут в плане турниров, каких-то обновлений и тому подобного. Они 100% будут. Также не забывайте регистрироваться на турнирчик под названием VESG. VESG. Короче говоря, по-нашему. Просто нападение на Пуджа. Про пыточки тут все же зацепить Пуджа. Но вот неудача все же достигла у нас Пуджа. Также еще и Абадуна заметили, который Афотик Шилд. У нас навесил того самого Пуджа, ну, видимо, тут тоже неплохие тыченцы отрываются. Вот, того самого Бадона. Так, продолжу я насчет Весга, который совсем скоро тоже стартует. Буквально 3 числа открывается там первая квалификация. К сожалению, не помню, какая она по названию, но где-то в Европе. Где-то в Европе. Регион России, Украина... Беларусь немножко будет попозже, но все же заходите, смотрите и собирайте состав однонациональный, потому что это главное условие турнира. Да. Ты грустно сказал. Ну, я думаю, найдутся все же интересные стаки, поэтому тоже буду наблюдать за этим в прямом эфире. Поэтому, опять же, посмотрим за этим тоже. Интересно. Интересно, интересно, интересно. Ладно, давайте вернемся к игре. Все же 1-0 уже у нас есть в пользу команды Novel. По линиям... ну, мисклик, очевидно. По линиям, что мы видим? Инвокер стоит у нас против Мираны на центре. Достаточно уже интересно. Сверху видим... Путь Шабадон дабла против триплы в исполнении Лайфстиллера
вспышь топорышина и Леона, который находится на отводе. Снизу же видим Морфа фармящего. Есть тут Шадоу Демон в лесу. Ну и противостоит он Сэндкингу. Сэндкинг противостоит им, или они противостоят Сэндкингу, который стоит на топорине. Сверху, тем временем. А попыточка цепануть на сыч топорышина. Теряет хорошее здоровье. Свое драгоценное здоровье на сыч топорышина. Попыточка все же загнать его. Да, есть минус сыч топорышина. Правда, погибает. При этом у нас пуч не дынается. Ну и Абадон, Абадона вообще не трогают на этой линии. Просто игнорируют. Мне чтобы забрать его, нет. Братан, ты жесткий. Ты нам не подходишь. Поэтому особо, видим, не уделяют такого внимания, как вот же там. Такие вот дела. Ну, 2-1. 2-1 становится счет в матче. Ну и самое интересное, что это только начало. Напомню, что это битва за первое-второе место в группе AG. Ну, по идее, ребят, проходит и так без этого дальше, без этого матча в следующий раунд. Но все же хотелось бы, знаете, закончить группу на первом месте, чтобы те похвалили и тому подобное. Но вот как-то именно в таком плане. Лучше хука. Катился, но все же без хука справляется с Иштопорышином. Янс до конца дерется. Все же забирает его ребята. Ну, цепляет еще и Пуджа. Минус Пудж, это снова в пользу все летит команде Новел. Хороший санстрайк в исполнении Рейбла. Залетает по сеттингу. В итоге 3-4. У нас матч. Ну, динамично. Динамично начинают ребята. Вот, стоит это отметить. То, что вот ребята вот показывают. Но интересность вот этого всего. Слушайте, я пока вот особо ничего не наблюдаю. Можно заняться просмотром хорошего лога. Вот, ребят, но все же пропустили один фраг, убивает Иштопорышина, ничего нового у нас на топе не происходит. Один Иштопорышина надувается от всех, ну и, по-моему, еще и... Нет, ЖК все же не берут, ребята, в этом случае. Ну, были близки к этому. Были близки к этому. В итоге 4-4 становится счет в матче. Временная ничья, как любят говорить спортивные комментаторы. Посмотрим, что нас ждет дальше. В принципе, я думаю, весь экшен будет и дальше происходить у нас на топе. Что-то там ребята любят подраться. Показать свои мускулы. Свои мышцы. Мина на топе. Вот пошел, а вот он дальше вперед. Четвертый левел, второй Афотик Шилд. Мискоил на двоечку. Афотик шел тоже на двоечку, что-то он оговорился там. Ну, я думаю, вы меня поняли. Ну, и Пудж, в принципе, готов кого-то тащить. Есть! А, есть! Минус Леона. Ну, правда, опять же, проблемки у Пуджика начинаются. Попыточки как-то зацевить. Вот Янска ничем не заканчивается хорошим. В итоге снова 1-1 размен у нас на топе. Сэндшторм есть у Сэндкинга. Видимо, избегает... своеобразного нападения за счет этого у нас от Морфа. Ну, Янс тут Мирану никак, наверное, не ожидал увидеть. В итоге 6-5. Становится счет. Леон на центре тем временем. Пятый левел хочет взять. Инвокер же на данный момент левел 7. И какие-то санстрайчики готов уже поднакидывать. Правда, в КД находится, видимо, недавно кидался он. Под дизрапшн. Да, мы пропустили в этот момент, но... Поняли мы это. Поняли мы это все дело. Пуч, ох, опять ловит своего красавчика. Ты что, порышина, в итоге, да, минус аппарат, ну и... Да ладно, Ластилер, ну что ж ты так?
не по сценарию действует там. Должен был забирать, но опять же спасает то самое расстояние, которое до того рану и заяц ультимейт тут пуджа, саундтрек не попадает по Лайфстиллеру. Ой, какие мансы в исполнении Лайфстиллера. Есть, ну, если что, у нас еще и инфест, но инфест для слабаков называется, это именно так. Ну что же, пуша, дынается, суицидится, стрела не попадает от Мираны, хотя был очень близко к тому, чтобы Абадон стрять под эту стрелу. В итоге 7-6. Слабоумие отвага выходит вперед на один фраг. Но это пока. Ну, по крипстату видим немножко другое вообще. То, что Морф фармит, Морф набирает обороты. Ну, немножко будет, ну, проблемно, кажется, потом сражаться с этим Морфом. Если его не остановить каким-то выпадом с двух саппортов, которые могут тянуться. Пока не сейчас, как мы видим. Всему свое время, как говорят. Сверху снова принимает Пуджа. Пудж сражается, но снова погибает. Слушайте, это какой-то, не знаю, фильм. Это какой-то фильм. Приговаривает нас инвокер Леона с анстрайком. Ну и 8-7. Опять размен есть. Опять размен, ну. Постоянно один в один. Тут у нас лапы. Это уже как-то скучно, мне кажется. Надо что-то новенькое разнообразить. То, что есть. Ну вот Абадун решил разнообразить вот эти все игры. Отправляется на центр, потихонечку стоит на пригорке. Появляется пуш на расстоянии. Есть! Ух, санфайк, и это минус. Не рано. 9-7. Такие вот пироги. Сэнкинг. Левел 6. На руках есть. Правда, по хп и по мане нехорошая ситуация, но вот оттягивается все же на фонтан, ну и потом будет лететь на линию. Там уже линия как раз пропушилась. Наверху появляется у нас три игрока команды Radiant. Ну и ребята готовы устраивать экшен. Ой, как же отлично хукает нас Пуш, своего лайфстиллера. Но вот дальше все же происходит дикий-дикий экшен. Еще и Ice Blast какой-то минимально залетел. Вот тышит парышина. Пока что один Пуш погибает. Минус Deathfinger у нас Shadow Demon. Ну и последний Янг остается, отгоняет все же. Парышина, но сам тоже в таверну попадает. 3 в 1 размен на топе. 10-9 счет в матче. 10-11 минута уже заканчивается. 12-я будет начинаться совсем скоро. Я думаю, там уже и на творцы могут подъехать. Очень даже интересно. Нет. Инвокер на первом месте. Инвокер, который играет свое удовольствие на центре. Абсолютно ничем таким серьезным не занимается. Просто идет вперед, просто в этого ра, просто закидывает санстрайки, не более. Еще не досерит крипов. Да. Тоже важное дело. Сэнкинг погибает у нас за Т1 на топе. Также погибает у нас Суки Блиун. Янгс до конца дерется. Попадает в него Ice Blast, но это мелочь. Это мелочь, потому что есть вот его тиммейты, которые готовы убивать всех, кого только видят. Хотя, по-моему, я погорячился. Минус Пудж. Янгс еле живет. Дынается. Суицидится. Ну вот, вот как-то вот в таком плане все у нас происходит. Стрела не попадает по Shadow Demon'у. Нахуй таки далась, но этого, как видим, не произошло. Не попадает цель. Морф тем временем разбирается с Т1 на ботами. По-моему, все только в плюс идет для команды Radiant. В данный момент только в плюс. Ну, инвокер решает входить уже на Рошана. Плюс-минус, может, и Морф туда подтянется. Тоже поможет чем-то. Но вот пока он
решает еще на линии постоять. Да, собирает инвокер. Аегис. Полторы тысячи на руках имеется, а тем временем цепляет Лайфстиллера. Ну вот. Еще один фраг для команды Radiant. Ну, и дальше ребята идут с типа Джон. В принципе, хук у них имеется. Могут ребята выходить в тот же центр. Что-то интересно показывать. Они туда и отправляются. Скажу вам по секрету, и абсолютно никто это не читает. Абсолютно никто это не читает. И что Парышин может встрять, и он встреет. Он встреет, и этому ему не избежать. Что ж, Травелап. Дальше появляется у инвокера. Пуч отправляет вперед. Ай, промахнулся. Как же ты так промахнулся? Своим крюком. Ну, это Изерлендс, видимо, дальше на подходе. Ну, это Пуджа, судя по Ring of Health, который имеется. Хотя могу я и ошибаться. Может, переместился у нас наверх. Дальше занимается оформлением и уничтожением нечисти. Ну а тут ребятки остальные решили по ботам пройтись, которым, кстати говоря, никого нету. Лайфстиллер, по идее, должен армлет уже прилетать к нему, да. Да, так оно и есть. С верху морфа влетает в своих оппонентов, но сразу же делает релокейт на иллюзию. Репликейт, релокейт, нормально. Я тоже задумался насчет этого слова. Понял, что был неправ. Ну и Т2 падает на ботами. На центре будет что-то, не? Не, не будет ничего. На центре у нас тут будет на ботами все же дальше продолжаться. Падает, 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 падает. Т3. Пол хп уже нету. А вообще останавливать это будет. Айсбласт. Все же потом инвокер взлетает. Ничего страшного там нету. Но и влетает сюда же. У нас Лайфстиллер неплохо копает. У нас Леон высасывает ману у инвокера, но ничего в этом не помогает. А это минус Айгис всего лишь, а Пуч никого не вытягивает. Ну и на этом ребята назад, наверное, будут отходить. Миран имеет стрела, хотя встречает Мирану. Тут у нас Морф, а Лип будет. Лип одна секунда остается. Ну неужели не заберут Мирану? Нет, не успевают. Санстрайк попадает точно в цель. Вытягивает еще Лайфстиллера. Отлично, неплохо. Играет у нас команда Radiant. Ну и минус еще и Лайфстиллер. Видимо, именно и... Так, да, рейдж прошел, в итоге адаптив страйк взлетает, и это минус, товарищ. И дальше заход на ХГ. Нету двух основных игроков, в итоге можно ломать данный Т3 совершенно легко и просто. Что это было? Ну вот. Янкс как раз и объясняет все происходящее. Ну, это как-то непонятно было, если честно. Ребята не добивают Т3. Прожимаются телепорты наверх. Идут по верхней линии.
Интересно, ребята. Очень интересно, ребята. Ну что ж, поехали дальше смотреть за этим интересным матчем. Лучше. Вот. Блин, Калл сделал вовремя, он слил, в итоге не поставляется под хук. Так, Абадоноч у нас пока что сейвит. Свой тавер. Получается, алтимейт, стрелу тоже ловит у нас Абадон. Ничего страшного, говорит. Я еще не такую испытывал. Вот она, погоня будет за Мираной. Есть у нее, правда, лип. Будет пытаться уходить. Да, и без проблем, как видим, уходит. Хотя там еще и морф. Недалеко. Но... Вейв он свой уже потратил. Двух демона где-то подловили. Ну, конечно. Вроде бы еще и проблемы с проектом локера. Ну, таким вот образом все же могут ребята спасти всю ситуацию для себя из команды Навал. Если такие фраги будут дарить до конца у нас команда Radiant, то изич. Привет, Абадон. Передает ли он после такого? Я не знаю, что это такое, что это творится такое. Это не очень все разумно. Как бы это назвал. Ну, пусть до конца играет, забирает одного, сам отдается, а еще и что демон находят, которого тоже должны забирать по идее. Если, конечно же, остановят как-то его. Стрела, да, минус у нас шаду демон. Морфа тем временем на центре у нас находится, есть у него госсептор, 2000 сверху, прилетает инвокер наверх, тоже будет свое движение продолжать, еще остается 1000 до ганимсептора. Ну и, в принципе, такой вот маленький-маленький камбэк совершили у нас уже команда Дайр на 6000. В принципе, это еще не конец, поэтому сейчас посмотрим. До конца заражает слазь лидер, но тут уже не по зубам. Противостоять! Ой, хорошо, уходит, отлично. В крипа в милишного. Ну и вот он. Старшторм от Мираны, который тоже немножко дает понять ребятам, что да, оно же тут неплохое количество может вписываться. Так, Карл. Попадает в крипу, ну вот. Было нацелено на героев, но нет. Что ж, друзья. 22 минуты уже позади, точнее 22 минута прямо сейчас у нас идет. Ну, как бы решили затянуть с концом, да, с командой слабыми отлага. В принципе, могли бы они намного-намного раньше все это дело закончить, но решили, как видим, поиграть со своими оппонентами. Капуч. Ну, понимаю, что без хелпы он тут вряд ли что-то сделает один. Даже он назад немножко оттягивается, и, возможно, сейчас будет какой-то интересный хук. Уходит, 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 занимает позицию. А тем временем Морфа справляется. 3 минус еще, и штопоры, чтобы дальше принимает его без проблем. Все же через 2
Станчика забирают, и вот он, тот самый Пудж, который готов цеплять. Чахук! И промахивается, как же он помирание. Он был очень-очень близко. Санстрайк попадает точно в цель Тенвокера, в итоге минус Мирана. Но вот Пудж все же у нас, наверное, тоже отправился. 19-17 у нас еще матч, и Тенвокер пока что двигается по топу. Постоянно находится на данной линии. Ну, 2200 у него на руках. На центре тем временем принимает у нас Мадонна. Я не знаю, что это такое, но это... плохо. Это очень плохо, когда ты берешь и таким образом сливаешь игру. Да, цепляет очень Лукера. От эпицентра особо не скроешься. Гостволки, есть такое мнение, да. Шелудемон двигает ботом. Теперь его очередь, наверное, приходит умирать. Хотя, вроде бы как живет. Вроде бы как живет. Морф, что у тебя появилось, дружище? 2800. Ну, Интериал Блейд, понятное дело, будет. А вот когда будет, черт его знает. Вы заметили, да, хорошую игру? Ребята, хорошее взаимодействие. Главное по таймингу. Ну, прекрасно, это пинг, все дела, но никто не застрахован от этого. Копают Шадоу Демона, находят его быстро и убивают. А есть тут Куджик, который цепляет лайфстилера. Но вот, правда, в Риджи находится. Ну и на развороте сейчас будет убивать его самого Куджа. И на развороте вкатывается отлично. Морфа начинает неплохо нарезать. Санстрайк попадает точно. Тенвокера, в итоге минус лайфстилер. Возвращается на реплику Кейт Морф. Да, пошел центр, ну и Абадоныч Янс идет вперед. Стоит. Вот, Айс Бласт и умирает. Друзья, это уже, как бы сказать, не смешно. Как-то уже не очень. Сказал бы так. Вот Морф у нас дерется. Морф дерется со всеми. А в итоге тоже погибает. Хотя... нет, да, погибает. Что ж... заход по топу, не? Крипы как-то заходят. Вот. Герой, как видим, стоит пока что в сторонке. Санстрайк попадает по аппарату. Пол хп сносит. Ну и заметили, тут Леона. Копает Пуджа. Пудж еле-еле живет. Леон также выпрыгивает и копает двоих. Отлично. Ну и... Рейбл дает торнадо. В итоге в стволки уходят своих оппонентов. Хоть раз спасся. Наконец-то. Получилось у него это сделать. Работал инвокер вместе с Шадоу Демоном под дизрапшн, давал санстрайк, но вот видим, тоже пол хп остается у Мираны. Там же Дагун, кстати говоря, у Шадоу Демона, если что, да. И появляется Абадоныч. Абадон, который снова идет вперед и будет пытаться кого-то убивать. Убивает он в этом случае на Switch Separation. А минус Shadow Demon. Морф забирает Мирану. Дальше копает. Хорошо у нас Леон. Но, правда, помочь ему избежать кота смерти вот, не получается.
Ну что ж, инвокер еще летает у нас на дом. Начинают, ребята, работать потихонечку по баракам, юзаются для фортификации. Ну и есть тут Сэнд Кинг. Сэнд Кинг, который не сам прославился лидером. Ждет своего момента. Тогда это назад. Сбивает его постоянно на блинк. Видим, попыточка быстренько забрать нас от Сэнд Кинга. Через торнадо это все получается хорошо. Еще ловит Мирану. Мирана тоже таверну попадает без байбека. Ну и Ластлер под рейджом понимают, что как бы один не воин. Нужны тиммейты. Нужны тиммейты. Что ж, минус один барак. Дальше же видим, ребята заходят на Рошана. Ну и Абадоныч. Абадоныч. Снова отдается. Айсбласт. Чуть-чуть не по таймингу. Морд денает. Эгис, ну это уже просто... Просто игра. Ничего более, не понимаю. Всячески Марфа пытается убить, а неужели уйдет? Неужели уйдет? Уходит. Морф, но правда встает тут у нас лучше. Ну, Пуджа, дружище, нет у тебя линки, к сожалению, как у Марфа, поэтому тут тебя телепорт, понятное дело, сбивает запросто. Очень-очень запросто. 30 минут позади, графики пока что, ну, такие пляшут графики. По-другому не скажешь. Ну, Янск отправляется дальше вперед, дальше убивает. Бред. Что-то как-то бредово очень выглядит. Рейбл через торнадо пытается вот что-то как-то интересно что-то нам показать. В итоге без маны остается Леон. Копает Сэнд Кинг, ставит стенку, кирпич, бласт, все взлетает подряд. Но вот не уходит отсюда, наверное, у нас товарищ инвокер. Хотя мог, конечно же, на лоу-граунд спуститься. Быстрее бы, мне кажется, ушел бы. Под барабанами, под Вексом, мне кажется, бы ушел бы. Там хороший муспид. Прорезался. Я не знаю, если честно, что говорить, когда Ластлер идет в соляночу, повторяет то же самое, что делает Абадон, тупо умирает. Ну, я не понимаю такого. Так, Мирана уходит. Тут еще, кстати говоря, погоня идет, да? Оп! Пожалел курьера. Мог бы, конечно, убивать лучше.
Что ж, Морф отправляется по центру до окончания кулдауна БКБ. Санстрайк остается. Встреют Амирана. Амирана уйдет или нет. Санстрайк попадает только по Паришину. Десвингер хорошо работает по мапу. Прилетает даже на Буч. Начинает на себя внимание все привлекать. Но тут еще и улетает. Жестко дерется и выживает у нас Морф, который, да, делает минус один, и, наверное, еще уйдет, скорее всего, в данной форме. Улетает. Ну, гонится до конца за этим Морфецким. Ну, на развороте, видимо, играется вместе с Эдкингом. Есть Бару Страйк. Такое. Ну, минус 4 от команды Novel. Инвокер стоит у нас, видим. Ждает своего момента. Дождался. Так, ну и 35-я у нас минута игры. Честно говоря, уже как-то надоело наблюдать за тем, что ребята исполняют. Не знаю, как игрокам, но... иметь преимущество на 20-й минуте и не закончить его... как-то глупо, мне кажется. Немножко глупо. Слушай, спанули Бастилера. Попыточка, конечно же, сейчас кого-то тут найти, но... Оп-оп-оп, никого ребята абсолютно не видят. Все же Монлайт. Есть такая беда. Цепляет Бадуна, а Бадуну как-то все равно. Упадут до конца. Лукер берется с Кингом. Сэм Кинг еще пару страйк. Попадает Бласт вовремя. Хорошо, Морфа, тут же свои формы, начинает нарезать, ой-ой-ой-ой-ой. У нас Энкинг, который уже практически прокастовал свой эпицентр, но вот не совсем вовремя. Санстрайк попадает по Леону, цепляет еще и Лайфстиллера, которого должны забирать. Хотя находит лучшую цель, это Мирана, которая ускакивает. Фрут тоже не забирает. В итоге 3 в 3 получается размен. И несмотря на это, все же тут ребята не хотят как-то пойти и завершить свое преимущество. Да, влетает лично Мор. Делает фраг, уходит. Ну, Т3 на центре упал уже. Какая-то радость, мне кажется, есть. В глазах завершения данной игры. То есть такое. Падает, но правда вот отлично играет Сэн Кинг, вроде как выкопался, но по торнадо попадает, такое дело. Минус вот им сторона, ребята приходят на центр, начинают бараки уничтожать именно на этой линии. Дефа никого абсолютно нету, получается, стрелу у нас Морф, но ему как-то все равно эпицентр кастуется неплохо и затрусил, как хорошо Сэн Кинг. Но влетает это все к одному Морфа, также минус еще и Шадоу Демон, Янц.
дерется, хочет добить данный барак, но не судьба, видимо. Сегодня это сделать лайфстиллер. Ибо это Леон. Высасывает ману, как видим. У Поджао скакивает с бинка, ну и Мирана тоже уходит, но не совсем. Торнадо, Санстрайк, который попадает, но до конца все сражается Леон. Почти это не удается. Забрать его за мной. Минус центр у игроков команды нашел. Навел. Навел. И остается последняя сторона. До мега-крипов. Лукер попадает точно на цель снова. Отлично пристрелял своим лукер своими санстрайками. Сейчас за кубком трейдим. Тут 3 аж кубка. 4 точнее кубка. Ну, крипы, первый кубок у нас уже, видим, успешно. Сломали. Морф ломает лица просто своим игрокам. Есть ну, второй кубок. Там ребята третий ломают кубок. Но все же тут принимают у нас Тарха, который отлично перекачивается. Неплохо стреляет Дэсвингера у нас Леон, у которого есть уже Академ Септер. Ну и рассказ тут Айнвокера, который еще мгновенно делает минус 3. Есть байбан Леона. Санстрайк не точный. Но есть тут Сенкинг. Скакивает. Что ж, Мирана до конца идет, хочет сделать какой-то фраг. Все стреляют, все просто трэш происходит. Я даже не могу понять, что происходит толком. Толком ломаются просто-напросто последние башни, которые стоят. Второй Т4, я имею в виду. По-моему, это ГГ. Минус Леон. Трон уже потихонечку ломается. Да, и минус Сенкинг. Да. Ну, такую игру подарили нам команды. Или команда быстрее всего. Напоследок. Ну, как по мне, то есть, да, интересно, круто, но все же немножко затянуто. Если бы ребята могли закончить там на 25-й минуте, это оставило больше впечатления, чем сейчас. То есть такое. Но ждем падения трона, которое, кстати говоря, совсем скоро, мне кажется, и будет совсем скоро. Буш промахивается своим хуком, но вот сейчас не промахивается. Попадает Сенкингу, в котором сидит у нас лайфстиллер, и тут сразу же инфест появляется. Лайфстиллер начинает вторизать, но просто знать размен. Тут, понятное дело, сильнее команда слабоумие и отвага в этом случае, потому что смотрите на этого монстра. Инвокера. И еще раз монстра Инвокера.
делает чудовищные вещи. Но все же один кубок, ребята, оставили. Говорю, уже не все. Вот так. Ну что ж, друзья, слабыми отвага выходит на первую позицию в группе AG. Второе место занимает у нас команда на Well. Третье место за командой Well Play Go Next. И TMX занимает последнюю строчку в этой группе. В следующий раунд проходят две команды, две первых команды. Третье, четвертое место тоже продолжает, как я говорил, свое сражение, только в дивизионе ниже, скажем так. Но шансы у всех команд после первого раунда, неважно какой результат все же был, команд все же имеются на попадание в плей-офф. Как-никак, есть такое дело. Ну что же, дорогие друзья, на этом наша трансляция.